Добрый день, мои подписчики. Сегодня решил сделать две мышеловки. Ну, как мышеловки, посмотрел по видео. Вот. У меня появились цыпляточки. И начали бегать мыши, шурудеть. Вот. Решил сделать пару мышеловок, испытать. Попробовать. И показать, как это делается. Ну что ж, давайте приступим. Не будем затягивать время. Если цыплятки не мешают... Нет, я на брудер поставил его. Так, для этого нам понадобится две посуды. Тазик вот такой возьму, ну, по местности. И такую вот. Будем ставить в ванне, сегодня нашел. Ну, я вам покажу, где будем ставить. Вот. Для этого нам понадобится с крышечки, с ведерка вырезал круглую. Вот такую вот. Взял с удочки колено. Вот. Теперь сюда пробитые две дырочки, там и там, вставляем проволочку под вкусняшку. Сейчас ложим. Берем проволоку. Где тут у нас? Вот он, краю. Режем где-то сантиметров по 10. Два кусочка. Вот так вот. Вставляем одну сюда, это у нас сало будем прикручивать, сегодня будет у нас наживка сала, одну на одну сторону и другая на другую сторону, чтобы у нас было равномерно. Вот. Вот так вот получилась проволока. С одной стороны и с другой стороны. Будем как этот миф испытывать. Получилось. Работает это или не работает. Вот. Ну, запах мышей, конечно, много. Продеваю я проволоку вот через этот проволочку, через колено. Вот, вот так вот. Натягиваем. Хорошо. Не видно. Давайте вот так вот. Нет, тут натянуть хорошо надо. О. На ручку. Чтоб как струна была. Хотелось снять так, чтоб при свете, ну, у меня долго не выдержит телефон, памяти мало. О, вот так вот будет видно, да? То есть, вот она у нас стоит, наживочка. Будет мыша залазить вот сюда вот. Раз. Вот так вот. И будет прокручивать. То, что будет у нас тут, а еще прикормка. Сейчас я тогда сразу поджарю. И будем дальше продолжать. Ну вот, ребят. Поджарил я. Сбегал вот такие куски сала. Вот. Здоровые такие. Гулять так гулять уже. Вот, чтоб мышкам вкуснее было. Берем сальцо. Ох, как пахнет. Сам бы ел бы. Но мышам дадим. И его прикручиваем. Хорошо прикручиваем, чтоб
мышка не уперла у нас сальцо. Мягенько, плохо пахнет, вкусно, аж руки жирные. Вот. Оп. И второй кусочек. Второй кусочек тоже так вот делаем смачненько. Хорошо прикручиваем. Чтоб мышки не обижались на нас. Мало сала, хочу больше. Вот, ребят. Вот что у нас получилось, конструкция. С этого кусок сала и с другой кусок сала. Что мы имеем? Мыша, вот. Смотрим, еще залазит мыша потихоньку, и оно катается. То есть она, чем тоньше трубка, тем лучше, она теряет равновесие. Она залазит, начинает двигаться и с этой стороны падает. Вот. Вот так вот. Теперь сделаем другой метод. Что нам понадобится для этого? Тазик. Я вам показывал. Так, сейчас, секундочку, я принесу стулку еще. Вот, ребят, нашел табуретку. Подумал, как я буду делать, чтобы не попортить тазик. Он хоть и дырявый, но все равно он в хозяйстве как бы пригодится. Зерно мешать там или что-то. Этот. То есть, нашел проволоку. Берем под тазик. Отмеряем примерно проволоки, сколько нам надо. Ага. Ищем середину. Ну вот так вот это будет середина. Привяжем. Сейчас. Блин, а сало пахнет. Привяжем проволоку. Она уже, проволока сама пропиталась салом всем. Домик я снимаю. Вот, как я и говорил в прошлых видео, налито с ребенком сняли домик. Пытаемся какую-то животинку развести. Вот. В городе делать нечего. Переехали на свежий воздух. Вот так вот мы сделали. Теперь завяжем плотно на тазики. Эх, крутись. Руки жирные. Вроде и вытер. Сейчас, секундочку. Не выключайте музычку. Что ж такое? Побери дырки, сверли. Хоть и жалко тазик. Не, ребят, это все фигня. Вот это завязки, вязки. Сейчас, секундочку. А, вот это. Сейчас мы 3 секунды, 5 картин, сделаем как нам надо. Фиг с ним, с этим тазиком, он все равно лопнутый. Нам главное уменьшить количество мышей. Хотя мы их против, чтобы примерно было. Где тут я привязывал одну сторону? Вот, вот так вот. То есть у нас получится два вида мышеловок.
будет у нас одна как бы с колесом, а другая будет фланцевая, ну как бы вот такая прямая, без ничего. Главное не забыть тут одеть тоже с колена, взял тонкое, нашел судочки пластиковые. Просовываем, чем тоньше трубка, тем тяжело стоять будет на трубке. Там с собой получается, вам не видно, а я тут раскладываю. Вот проволоку, проволоку так вот натягиваем ее обводной, как струнка будет. Цепов не было. И крепим кусочек сверху. О! Так. Вот такой кусок сала смаженного. Крепим вот сюда вот. Прикручиваем. Хорошо прикручиваем, чтобы не утянули. Мыши они такие вредные. Так, ребят, сейчас я ручки вытру, жирные. Теперь идем устанавливать. Я вам сейчас покажу, где мой фонарь. Где-то фонарик затекал. Ладно. Сейчас покажу.